Здравствуйте, мои друзья! Сегодня хочу показать обзор вот этих товаров. Это сайты Озон и AliExpress. Давайте начнем с Озона. Вот эти бусины. Это кокосовые бусины в наборе, 6 штук. Они большие, крупные такие. И отверстия у них большое. Вот эти бусины тоже. Написано синтетическая бирюза. Но, естественно, это не бирюза. Бусинки аккуратненькие, холодные. Вот эти две посылочки я получила с Озона. Вот эти бусины я получила с AliExpress. В заказе их 10 штук. 20 миллиметров. Тоже отверстие такое крупное. Но это пластик. Видите? Даже бракованные есть. Ну, так красивые. Заказала швензы. Вот, видите, 5 цветов. Швензы красивые. Аккуратненькие. Посмотрим, как они будут в деле. Будут ли менять свой окрас. Вот такие шензы я заказала. Или серьги. То есть для серёг трансформеров. Можно сделать сюда подвески. И менять их. И ходить каждый день с разными. Вот такие еще швензы. Заказала 2 цветов. Вот, медь. И под серебро. Радированная. Аккуратненькие швензочки. Красивые. И вот такие серьги заказала. Тоже можно сделать подвески. Носить их. Можно так, можно с подвесками. И вот они самые интересные. Уже сережки с подвеской, с такой вот, с камушком. Съемные подвески. Очень красивые, но для меня тяжеловатые. Может быть, кто-то любит такие увесистые серьги. Рекомендую. Очень красивые. Предлагается много цветов подвесок. Вот такая красота. Спасибо за просмотр.